стародавние времена в горной стране слились однажды две реки Бихем и Кахем, и так родился бурный, могучий, великий Енисей. Рос Енисей озорным, любимой его игрой было выходить из берегов, заливая прибрежные села и города. Люди злились, таили обиду на разыгравшегося ребенка, а он всего лишь играл и веселился. Рос Енисей не по годам, а по часам. И вот, возмужавший, сильный и красивый, встал он перед добрыми родителями и попросил разрешения уйти. Отец Енисея Бихем, провожая сына, молвил ему на прощание: «Ждет тебя великое будущее, но главное, сынок, не остуди свое сердце». И побежал Енисей вперед по бесконечным полям и горам. А по дороге встречались ему друзья-подруги: строптивая красавица Кантигир, спокойная скромница Оя, рассудительный Абакан. Вливались они в Енисей и бежали вместе по бескрайним просторам Сибири. И вот однажды полюбил Енисей красавицу Ангару, дочь седого Байкала. И хотя против был отец, убежала Ангара к любимому. Рассердился Байкал и бросил вслед непокорной дочери огромный камень. Раскололся камень на причудливые скалы, которые впоследствии люди стали называть столбы. А Енисей вместе с Ангарой и всеми друзьями и подругами побежали дальше, мимо степей, тайги и бескрайней тундры, к брату океану. Но никогда не забывал Енисей наказа отца, и всегда на своем пути помогает людям. Крутит мощные турбины электростанции, перевозит баржи с грузами, плоты из бревен, взращивает в своих водах прекрасных разнообразных рыб. Растут и расцветают на его берегах города. А когда подбегает Енисей к брату океану, так силен, широк и глубок становится, что спокойно переносит морские и океанические суда. И с гордостью слышит Енисей, что не называют его больше непослушным шалуном, а уважительно величают Енисеем-батюшкой.